В рамках проекта «Выездная администрация» заместитель главы муниципалитета Татьяна Квасникова посетила офис врача общей практики в Расторгуеве, недавно открывшийся после ремонта. На имя главы поступило обращение местного жителя Владимира Шевцова по вопросу работы физиотерапевтического кабинета. Оборудование физиокабинета Видненской больницы устарело, и необходимо его обновление. Поэтому мы, Видненская больница, начала в этом году активно закупать для данных кабинетов оборудование, в том числе и в этот кабинет в Расторгуево. В настоящий момент руководство Видновской районной клинической больницы совместно с администрацией работает над привлечением нового сотрудника на вакантную должность. Дорогие друзья, если среди вас есть специалисты, которые могут работать в кабинете физиотерапии, приходите, вас ждет Видновская клиническая больница ВРКБ. Мы с удовольствием вам возьмем. Тем более, что у нас есть целый ряд социальных мер поддержки в адрес медицинских специалистов. Сейчас в учреждении принимают врачи-терапевты, работает пункт забора крови и прививочный кабинет. Также с начала июня, согласно графику, на место выезжают специалисты узкого профиля. Что же касается обращения жителя, то подобные встречи позволяют наладить диалог и прямо на месте найти конструктивное решение той или иной проблемы. Я сразу отозвался по этому поводу, обратился к Татьяне Юрьевне за помощью. Она помогла организовать. У него был запланирован, было запланировано выездное заседание администрации, в котором она принимала участие. И на эту встречу пригласили и Асанова. Направления разные. Это и дорожно-транспортная инфраструктура, и содержание многоквартирных домов, и вопросы от жителей частного сектора по земельным каким-то вопросам, по сбору налогов. То есть у нас очень обширный такой спектр работы, и мы стараемся услышать каждого. Планируется, что в полную силу физиотерапевтический кабинет в офисе врачей общей практики в Расторгуеве заработает ближе к осени. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.